Доброго вечера, мы из Украины. Много новостей хороших и так далее. Хочу кое-что сказать. Мы готовимся там к восстановлению, переключению электричества, тепло, наборы гуманитарной помощи, лекарства. Все это будет. Не переживайте. Вопрос в чем? Продолжаем молчать, потому что это дело военных. Б. Никакие группы, делегации, журналисты и так далее не допускаются в освобожденное село, потому что там есть опасность, там надо провести фильтрацию и кучу-кучу всего. То есть не торопитесь, все успеете. Эксклюзивное право снимать видосики сейчас у ЗСУ. Третье. Те люди, которые выезжали ранее там из Снегиревки, из населенных своих пунктов, не торопитесь возвращаться рано. Два. Те, кто работал на коммунальные службы там и так далее, связывайтесь со своими руководителями направлений, потому что мы готовим возвращение туда всего административного персонала для того, чтобы освобожденные населенные пункты могли функционировать полноценно. Поэтому, кто желает возвращаться надо на работу.